Всем привет, ребята! Мы сегодня были в магазине «Маяк», и у нас была вот такая закупочка. Закупка была на месяц, сразу скажу. Вчера мы были в Доброцене, и мы много чего не купили, поэтому к чаю взяли вот такие, два таких Альпенгольда. В магазине они по 160-180 рублей, там за 126. Колбаски. Ветчина из нежной свининки. Вот такая колбаса, мы ее уже брали. Очень вкусная. Это сырокопченая. Вот такая тихоокеанская, тоже всем известная колбаска. Хорошая. Вот такой сыр творожный. Очень вкусный сырок. Внутри закрытый, запечатанный. Вот такой идет. Сверху крышка слетает. Взяли на пробу вот такой сыр. Не знаю, не пробовали еще. Попробуем, расскажу, поделюсь впечатлением. Взяли две пачки вареников, вот такие с картофелем и беконом. Две пачки сибирских колдунов. Две пачки вот таких хинкали. Хинкали вкусные, тоже уже брали. А голень куриную. Вот такая вот голень пакетик у нас. Наоборот. Вот такая голень. Два куска вот такой свинины тоже взяли. Повторяю, закупка на месяц. Жаркое свинины. Пару кусков. Взяли вот такой кетчуп. 12 рулонов туалетной бумаги за 199 рублей. Трехслойная. Вот такой вот шампунь. Вот это мужской гель для душа и шампунь. Дезодорант. Мужской мыло для рук. Вот я говорила про то, что в Маяке существует акция 1 плюс 1. Внимание, сегодня было вот такое копченое сало. То есть за один кусок мы заплатили, второй кусок нам шел в подарок. Взяли попробовать вот такой холодец за 54 рубля. Вот такую тушенку. Говядина тушеная. Вот такие печеньки к чаю. Это творожки и йогурты. Это я показывала в обзоре самого магазина. В общем, вот такая закупка. Стоимость данной закупки 5000 рублей. Ну, очень много потянуло мясо. Поэтому это еще дешево, я хочу сказать. В Самбирях такая закупка обошлась бы, ну, 1007, наверное. Поэтому вот так вот это все выглядит. Янта, кетчуп тоже сказала, не помню. Шоколадка Милка в Маяке, она стоит 69 рублей. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте классы, лайки. Пишите в комментариях, какие магазины вы еще хотите видеть в наших обзорах.